What is happiness for you? А подождите, вопрос вот в чем. А что, во-первых, это за мицелий такой? Моего производства. Это вы сами делали мицелий, первый раз его высаживали? Да. Но пробный засев сделали, и нормально получило все. И урожай. А вы этот мицелий первый раз садите или уже высаживали? Нет, чуть-чуть это самое сделали, и второй раз это было где-то. Да, это второй раз я сделал. А, второй, ну, в общем, грибы вы из него уже видели. Да, пробный засев сделали. Я понял. И получили урожай. А, так, я... Так, я что-то смотрел на эту фотографию. Там немножко так трудно понять, что это за странные такие. Сейчас вот попробую открыть. Ни запаха другой, или вон, ничего вообще. Вот такое, или что-то вроде пены, или пил, или что это, не знаю. Ну, я видел, да, но на мицелли что-то слабо похоже. Да. Это стебли кукурузы. А вообще они годятся? Да почему не годятся? Они если свежие, не зацвевшие, ну вот я вижу. Вот. Какого-то черного цвета получилось, когда сварили эти стебли. Были какая-то коричневатые. Нет, к субстрату там ничего... Значит, ничего такого нету. Если они не старые, не плесневые, то его можно варить там нормально. То есть там кукуруза, это там все равно, что давать, там бобовые, там все может быть. Вот, теперь я смотрю вот на этот, что это вспенилось. Я вижу, что это выглядит как-то не так, как должно выглядеть. То есть на приморде это не похоже. Какая-то пенка такая непонятная. Ну, вроде мицелий здесь растет нормально. Да, они вообще с третьего сутки начали вообще работать, вообще класс. И потом на четвертый день, это четвертого сделали эти ноября, вообще пошло все по лаву. Все. И это на четвертый или пятый день вот так получилось. Я вижу. Не знаю, что вам... Что сказать? Нужно будет посмотреть, что дальше с этого всего будет. Вот что интересно. Стоит выкидывать пока, да? Нет, пока не стоит выкидывать, но по крайней мере нужно хоть посмотреть. Скажите, а что это вообще за штамм, тот, что вы клонировали? Что это? А3 какой-то китайский черный или как это называют? Китайский черный. Так, А3 вот так штамм такой сказал. Угу. Китайский черный. Ну, а вот этот сам по себе К3 вы сеяли, там все нормально было, да? Да, это пятый или шестой раз мы сеем, и нормальный штамм. Очень быстро, через 2 недели дает урожай, потом еще через 2 недели второй. Подождите, а вот эта пенка, она что, на всех блоках такая, или это один такой блок? Не, где-то сделали около 240 блоков. И, наверное, 50 вот так заражений. А почему сразу заражение? Нет, это я, ну, по крайней мере, здесь я пока не вижу заражения. Я вижу, что что-то растет такое странное. Теперь, что я вам скажу? Макс, можно такое? Извините, что прерываю. Да. Это, если не цели, я все-таки... это самое, если может так не цели, чтобы... Или плохой, или что-то может такое? Я вам скажу, я такие, ну вот что-то похожее. Я когда-то видел такие странные штуки на мицелии P77. Он делал какие-то вроде в местах, зарастал, ну потому как он растет, я видел, что это мицелий растет. То есть это не плесень, это было похоже на мицелий грибов. Но вот когда он начинал расти в эти прорези, он начинал давать какие-то такие непонятные вот выросты, такие, как вижу я у вас. Я такое видел. Потом вот росли какие-то, они большие, такие вырастали целые шишки, такие размером с кулак.
А грибов из них не образовывалось. Вот какой-то нарост такой грибной, ну не грибной, а какой-то нарост мицелия делался на мешках, а грибы из него не образовывались. Я их пробовал там проветривать, температуры менять, что-то там поливать, но в результате мало что на это все, мало что влияло. И я смотрел на них, они у меня так где-то, эти наросты были, может, неделю. Но грибов из них дальше все равно не шло. И я просто взял эти наросты, отнес на улицу. Это было весной. На улице я их оставил, и они так понемножку вот эти наросты превратили все-таки в грибы, вышли из них. Вот, вот такая история, вот я действительно вам скажу, что-то вот абсолютно вот похожее. Вот. А потом у меня этот P77, он так на улице стоял, и уже на улице он дал потом хороший урожай. Потом осенью дал хороший урожай, но на улице. А вот в помещении образовались вот такие какие-то мочалки. Это может, ну, не знаю, почему. Если вы раньше выращивали и раньше было все нормально, почему сейчас вот эта мочалка выросла? Тоже, не знаю. Тоже трудно ответить. Не знаю, не могу вам сказать. Ну, вот, вот такое. Значит, что я вам скажу? Вопрос, случай такой вот интересный. Ну, что делать? Ну, не будете просто сейчас, ну, рано делать какие-то выводы или выбрасывать уже прям. Пусть пока постоят, подержите их еще там неделю-вторую. Потом уже точно будете знать, что к чему. Во что это превратится или что это за вырост. Вот что я вам посоветую. Больше полезного совета ничего не могу дать. А это еще у которых